Все то, что необходимо было сделать со стороны органов местного самоуправления для реализации этого проекта, все сделано. И земельные участки выделены, и разрешение под строительство, сейчас они ведут переговоры с несколькими инвесторами, в том числе с несколькими банками. И вот в таком процессе, вот как бы сейчас на такой стадии.